О, вы уже здесь. Ну что ж, история, которую я собираюсь вам рассказать, невероятно и таинственно. Извините! Стой! Я расскажу вам совершенно правдивую историю о деревянном мальчике. Я Белла. А вас как зовут, благородный спаситель? Мое имя Пиноккио. Меня зовут сеньор Мучефока. А ты никогда не думал выступать в цирке? Ты станешь настоящей звездой! Тебе ждет слава! Они собирают полные залы. И пока идет представление, грабят квартиры горожан. А самый главный у них, знаете кто? Пиноккио! Лучше, если ты уйдешь из цирка, подальше от беды. Но наш романтичный деревянный друг решил приударить за Беллой. Вот смеху-то. Но я обречен быть деревянной куклой. Я знаю, кто может тебе помочь, Пиноккио. Люсильда. К небесам сквозь лучи парю, высоты небес не чуть. Нам конец! Если перед тобой преграда, преодолей ее! Она – это самое прекрасное, что есть в мире. Случаются чудеса и без вмешательства волшебников. В такое время живем, Пиноккио. Куда ни плюнь, в волшебницу попадешь.